Да уж, конечно, это пиздец полный. Такой один из самых, одна из самых сложнейших головоломок. Но мне это прикольно. Алло, что, ты посмотрел уже? Нет. Бля, я дальше подумал, если... Короче, есть два варианта. Либо сейчас мы смотрим, это будет, знаешь, так, ну, типа, мы прошли, но для галочки. Либо сейчас доходим сами до конца, но прикинь, какая эйфория будет жестко, когда мы сами это пройдем. Но это прям, ну, это, эти головоломки прям пиздец, они сложнее намного, чем были, вот, да, ну, в других играх. Ну, это... По крайней мере, сравнивать с первой, с френдшипом, блядь. Ну, это на голову душа. Ну это вообще пиздец. Ну это и в этом прикол, если мне нравится прям что-то, знаешь, такие головоломки сложненькие, прям не самые легкие, а такие сложненькие, прям это прикольно. Ну просто принцип, блядь, надо понять. Ну да. Так, давай. Смотри, получается, как бы ты. Я стою сейчас около правого камня, да. 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 И получается, знаешь, в чем прикол? Вот смотри. Ты, ну, мои фигуры находятся как бы на две вперед. Вау. На две вперед от тебя. И на одну, ну типа смотри, две вперед и еще на одну влево и вправо. Блин, ну тоже вот смотри, тут получается как бы такой. Да, это сколько фигур? Три? Две. Так. Просто надо как-то. Смотри, давай влево. Давай вот сейчас все варианты влево. Влево, сейчас. Не-не-не, назад. Хотя стой, давай влево. Просто заёмно, знаешь, даже не то, что... То есть просто надо следить за тобой, куда ты идёшь. Так, вперёд. Я не могу, камень сейчас стоит. В смысле, а ты где сейчас? Лид моё, у меня, помнишь, там, где два камня стоял? Да, я стоял около правого, да. Я около... Да-да-да-да-да. Ну хорошо, давай... Направо. Вперёд. Вперед. Налево. Вот направо. Вот. А, вот тут. Вперед. А, налево. А. Чего, блядь? Вперед. Чё? Слышь, походу получилось. Наверное. Сейчас тут надо момент найти. Вперед. Ты сейчас где? А, слева от меня, сразу же на следующей клетке, стоит башня. На следующей? Да, сразу же. Столько КПА, они у меня сейчас на одном уровне. На одном уровне? Да, смотри, вот где ты сейчас стоишь, у тебя следующая башня, да? Да, слева. О. Слева, то есть через клетку? Нет, сразу же вот на следующей клетке. Вот я стою на одной клетке, сразу же на следующей клетке слева башня стоит. Вот, понял, что ты понял? Вот сейчас перед тобой чел, да? И на две клетки влево и на одну вперед. Они вот стоят параллельно. Ага, я понял. И что ты понял, тот, который слева, ему нужно два шага сделать, и он отойдет, а второму надо сделать два шага и вправо, и еще вперед. Да. Если вот надо сейчас, по идее, вот надо сейчас тебя как-то застопить, чтобы ты... Ну я сейчас справа, если схожу один раз, у меня внизу будет как раз этот камень. Ну ты можешь, по сути, как бы сказать, сейчас назад, они никуда не уйдут. И там два камня еще, я не смогу больше никак, только вверх или вниз. Не, почему? У тебя назад же пусто должно быть. Ну я сейчас смотри. Ну смотри назад куда. И на... Смотри, смотри, сходишь назад, у тебя слева будет камень. Смотри, сейчас, смотри, я могу сейчас сходить, я просто так? Давай. Смотри, я сейчас хожу вперед для себя. У меня шашка идет вперед. У тебя назад я сходил? Нет. Ну вот. Вперед. Вот. А здесь у меня два камня стоит по бокам. По бокам? Как тебе вот эти два камня? Ну вот я же встал, у меня два камня типа справа и слева стоят как раз таки. А если на одну, то слева колонна. Да, да. А если я сейчас схожу вот обратно в одну, у меня как раз слева сразу же идет башня. Ебать, ты неудобно стоишь. Хорошо, да. Значит, ты можешь еще два вправо. Да. Давай два вправо. Что, если они один в одном, блядь. Стой. Влево один раз. А. Чего, блядь?
охуенная игра. Чао-чао. Они в друг друга застряли. Облево еще раз ходи. Ну окей, давай два раза вперед. Блин, они в одном. Это считается, блядь? Еще раз. Нет. Раз, блядь, друг друга застряли. Ну а как мы ходили? Два раза влево, потом врач. Нет, один раз влево. Я ходил два раза влево, потом камень был впереди. Вот так вот я ходил. Потом обратно потом вправо. Потом вперед я пошел. Вперед. А вот потом я не пол. Вперед еще раз я ходил. Потом вот где-то вот здесь рокировочку. А, вперед. Влево. Влево. Блять, нет, не пол. Вправо. Вперед. Во. Сейчас получилось. Право можешь? Да. Хожу? Да. Вперед. Где ты сейчас? Смотри, право от меня сейчас камень стоит. Один? Нет, не справа, слева, пишу. Слева. Слева от меня сейчас камень, да, один стоит. Я не могу налево ходить. И если ты сходишь вперед, то у тебя уже справа будет камень. Да, один раз. Так, сейчас надо грамотно. Как бы по сути, для адреса. Давай вперед. Влево ты можешь сходить, да? Да, да, сейчас могу. Ходи. И у тебя камень справа будет через одну, да? Да. И внизу тоже камень. Да, что ты понял, они на одном уровне, но вот, вот надо как-то. Я не понимаю, как право надо сделать ему два шага вперед, налево и вперед. А тому надо просто как бы того сбежать, я не понимаю как. Потому что впереди никаких камней, а сбоку как-то. Сбоку надо при этом, чтобы он вперед пошел. Еще раз вперед. Сложно. Влево можешь ходить? Да. Вперед. Блядь. Сука, вправо. Да. Ходить? Ну сходи. Пать его рот, сука. А влево. Еще раз. Вот ты паскуда. Назад. Я не могу вниз ходить, у меня камень внизу. Ага, я понял, где. Шо. Давай вправо. Еще раз. А, хотя стой. Стой. Если назад сейчас, ты вправо не сможешь, да? Если я могу вниз ходить, я не смогу влево сходить. Могу справа ходить. Куда? Так, давай направо. Сходил. Назад. Блядь, вот ты, типа. Так, стой, налево. Так. Так. Налево. Так. Ха-ха-ха, ты сейчас назад не можешь. Да-да-да, вниз еще не могу ходить. Ну что, ты понимал, просто разница. Вот смотри, два ворот. Один прямо возле ворот стоит, другой. Другому нужно сделать два, вот которые справа. Вот ты сейчас, где ты стоишь, вот впереди тебя стоит чел. Вот на той же клетке, что и ты, ему нужно сделать шаг вперед. Тот, которому слева, нужно сделать два шага вправо и вперед. Как это сделать? Давай вправо. Блять, вот здесь как-то надо. Надо как-то, чтобы ты назад.
Вот ты сейчас у тебя справа. Блядь, вот это. Слева, у меня сейчас слева камень, справа могу ходить. Ну мне нужно, чтобы ты слева сходил. Я могу через башню ходить, если что еще. А, да? Да. Вперед. Не могу, у меня камень впереди, вверху и внизу. Я прям в башне давай нахожусь. Давай обратно. Вправо. Вперед. Так, сейчас вправо идти? Ну, как ты ходил? Вернись, короче. Там. Ну, я вернулся. Я из башни вышел. Я из башни вернулся сейчас. Я щелкал башню. Я щелкал башни стою. У меня там справа. Ой, слева. А на следующей клетке стоит. Теперь они на одном уровне. Короче, вот этот камень, который вот тут, по идее, сейчас спереди уже тебя, да? Спереди, слева, да? Если я сейчас вперед схожу, слева, справа камень стоит, да. Короче, смотри, вот я не знаю, вот смотри, впереди тебя, по идее, через одну клетку, через клетку, я не знаю, ты стоишь как? Вот ты его обойди, короче, с правой стороны влево. Ты можешь просто обойти? С правой стороны влево? С правой влево, да, обойди, я просто не знаю. С правой стороны камень стоит, который. Ну вот, ну смотри, вот ты сейчас где? Я... Смотри, вот стой. Я сейчас правильно говорю, что впереди тебя пустая клетка. Да, если на нее схожу, у меня справа-слева камни стоят. Вот, ты можешь вот этот камень, который слева, тебя просто обойти сам. Просто обойти. Обойти? Да, ну с левой стороны. Нет, слева у меня тоже камень стоит. Почему? Ну на одну клетку назад и вот так вот. Ну вот, я могу сейчас сходить назад тебе. Ну, и налево. Налево могу сходить. Еще раз. И обойди вперед. У меня камень там стоит. Какой, блядь? Еще один впереди? Там. Да, я тоже ходил. Только что ходил. Там я сходил налево, как ты сказал, и у меня там камень впереди стоит. Я не понимаю, честно. То есть я его обойти только через башню мог, понял? Через башню только мог пройти его. Право. Давай. Бля, я не понимаю, как сделать так, чтобы они одновременно зашли. Бля, доски камни мешают. Вперед. Ну, короче, до конца до камня. Я не знаю, короче. Да, чем нужно это пройти 100%. Налево. Налево. Не могу камень стоять. Ты ебал. Вперед, вперед. Короче, просто иди, блядь, где камни, я помню. Что рандомно, блядь. Сам. Ходи сам, попробуй сам, не знаю, я не иду, честно. Я сам-то не могу, вот я могу же вперед фул пойти, вот и фул пошел вперед. У меня дальше конец доски идет. Вот ты сейчас в конце доски, да? Да. Ну вот опять эта ситуация, вот одному шаг вперед. Вот смотри, сейчас шаг налево. Ну это, блядь, как. Как это? Это же как-то в башне, блядь. Один вот, одному надо шаг вперед, другому надо шаг вправо и вперед. Я не понимаю. Лучше надо как-то тебя в башню застрелить. Да, я могу через башню ходить, могу. Их обходить, типа камни могу обходить через башню мне еще. Нужно, чтобы ты, ну, мне нужно, чтобы ты застрял в башне, потом как, чтобы... И при этом, чтобы мой чел застрял в башне, чтобы тот успел сходить в башню. Потому что я не могу сделать так, чтобы они вышли. Ну, просто вперед иди. Вперед не могу, у меня конец карты, все. Больше я буду на нет смотреть. Но я могу назад ходить вот. Ну я не знаю, я правда, я не понимаю. Просто. Ну смотри, я могу сейчас сходить? Они же где? Один прям возле ворот, другому надо делать один шаг вправо. То есть я сейчас вниз схожу, он в ворота зайдет, да? Я не знаю, я не слежу за тобой, блядь. Неудобно, ты же не показываешь. Смотри. Я сейчас дошел. Вот. Помнишь, где вначале у меня там камни были, два, слева и справа, два камня? Да. Вот я сейчас между ними стою, Ну, да охуеть. Вот смотри. Вот смотри, я тебе просто скажу, где камни стоят. Смотри, я иду сейчас вперед, на одну клетку пошел вперед. Дальше пошел вперед.
Дальше пошел вперед. Три клетки вперед прошел от этих камней. У меня сейчас впереди камень стоит. Я могу влево, вправо и назад сходить. Я иду сейчас влево. Влево сходил, я могу сейчас, ну, влево еще сходить, назад, вправо и вперед ходить. Если пойду вперед, у меня слева-справа камни стоят. Если скажу сейчас еще раз вперед, у меня как раз слева сразу же башня стоит. То есть я прям сейчас... Налево. Ну вот, налево сходил. Я сейчас прям в башне стою. И вперед ты не можешь сходить. Да, вперед, вниз я не могу ходить, потому что камни тут стоят. Только могу лево и вправо. Тут проблема, надо... Я не знаю, понимаешь, вот тут сложность в том, что мне нужно либо тебя как-то брать, либо их. Я не понимаю, что... Просто мне нужно сделать так, чтобы один стоял сейчас, а второй делал шаг. Либо они должны как-то идти параллельно. Ну смотри, здесь, знаешь, есть здесь угол из камней. Я смотрю, я сейчас стою сейчас в башне, следи прям. Я стою сейчас в башне. Я не понимаю. Слева, слева которой. Я не знаю. Ну у тебя, я не знаю, ты смотришь как, откуда? Ну стой слева. Ну короче, смотри, вот в левой башне камень спереди и сзади. Да, и в правой то же самое еще. Ну там в том, что если слева, там камень сзади слева, камень сзади там. Я даже не знаю, как объяснить. Ты откуда смотришь? С лестницы смотришь или оттуда, где я картины? Со второй башни, справа. То есть где картины, правильно? Где камень, где вот два камня передом, за, впереди меня, как сзади меня камень, и камень сзади меня справа. Не, скажи, где ты сейчас смотришь, где картины ты делал? Да. Вот, смотри, значит, по факту я сейчас вправо от тебя башню нахожусь. Прямо сейчас в ней нахожусь. Левый еще. Да, у меня это левое, у тебя это правое получается. Нет, у нас одинаковые, просто мы запутались, ты где я и все. Просто когда ты двигаешься по свободным клеткам, а челики стоят в камнях, то ты перемещаешься все равно, а они... Смотри, если я их заблокирую камнями, они не могут ходить, а у тебя нет камней, ты можешь ходить. Потому что как только они освобождаются от камней, они начинают вместе с... Ну да, это я понимаю. Везде. Ну смотри, я сейчас схожу, я сейчас стою в башню, влево для меня. Я хожу, я хочу показать, здесь угол есть из камней, еще, может, как поможет. Я хожу сейчас направо, сходил вниз. Между мной сейчас справа и слева камни есть. Я хожу дальше вниз опять и опять налево сходил. Вот, я не могу налево сходить, но я могу наверх сходить, тут камни стоят. И это как раз тот угол из камней. Не то что понять, вот где ты, вот как сделать, чтобы тебя задержать, или как ты, чтобы я не буду. My sons, attack the gates. Я не понимаю просто. Ну это, я так понимаю, можно. Смотри, тут можно еще делать круги в середине. Тут делать можно, я не понимаю, как сделать так, чтобы они одновременно. Понимаешь, получается так, что один стоит всегда вот. Или получается так, что они оба стоят. Но одному на шаг влево и вперед. Нужно как-то эти камни обойти, но при этом, чтобы они были. То есть получается, за счет башен получается так, что тот, который вправо, по идее, задержать башню, тот должен успеть пройти, или наоборот, тот, который левее, должен башню. У меня заебывают нет, у меня заебывают, что постоянно нахуй воображаемо на тобой нет. Потому что это очень важно. Ну знаешь, что у тебя, блядь, слева, справа. Ну смотри, мы когда. Я сейчас хожу с того около правого камня. Я вперед не могу ходить. Мы когда ходили. Всё, давай, мы когда ходили с того налево. Да я знаю, чел, да я знаю, но просто, блядь, это ломается хуняк, челики. Ну все, ты идешь, например. Да, ну смотри, мы когда ходили налево, там челики у тебя становились в одну линию, ты говорил. My sons. Attack the gates. Дальше. Блять. Спасибо. Thank you.
My sons, attack the gates. Давай быстрее, давай. Че, ты видишь, что у тебя что творится на экране? Нет. Ну посмотри. Ну вот, они на одном вот дальше. Ну вот смотри, смотри, просто смотри, что будет. Что? Че, туториал нашел? Ну. И че? Ну че, где они сейчас стоят? Ну, один прям стоит. Вот так нужно босс ходить, да, я нашел туториал еще. Только там чел за меня ходит. Короче, нужно было через камни пройти, понял? Там вначале нужно было поебаться чуть-чуть, вверх пройти, да. В конце почти получилось. Да, там вверху, там в конце нужно было чуть по-другому просто делать, и все. Ну, что сделать? Ну, пиздец, конечно, блядь. Че, куда дальше-то идти тут? Не хочу больше играть, блядь. Ну, че, тут чуть-чуть прям осталось еще. А, все, я зашел в комнату какую-то. Ты зашел? О, че, я вижу, ебать. Так, вот, да, иди туда. Нет, назад иди. Назад. Да. Туда иди, прям. Так, повернул. Ты видишь, если что, как. Все, съебался? И чё? Все? Я не знаю, куда мне надо. А, встань на крестик. А, иди назад, вот в щелку иди. Потом иди, да, туда. Быстро. Налево. Вот, ну стоп, быстрее. Блять, где он нахуй? Я не вижу, где крестик. Я не шарю, где крестик. Нашел его? Че, просто бегает? Ты ёпта, говоришь, да? Я не вижу, где крестик, просто в этом прикол, понимаешь? А, во-во-во. Нет, назад. Вот сюда. В щелку иди. Еще одну щелку. Блядь. Право налево, блядь. Спасибо. Да это пиздец, чел. Назад иди, да. Он еще поменяется. Подожди, еще поменяется. Да, сейчас еще поменяется. Подожди. Так, теперь на другую сторону. Да. Да, в щелку. И прямо беги просто. Найс. Так, теперь можешь... Бля, хуй знает, тут... Видишь, заперто. Так. Беги, там будет щелка у тебя, блядь, с этого слева. Нормально, объясняешь. Я просто сам ебашь. С федра нечисто, блядь. Ты сам с федра ничего не говори, блядь, сам с федра нечисто, блядь, чел. Ебать, с шашками не мог, а тут с федра не нормально вообще, блядь, чел. Ну, все нормально. Да, все, прошел. А че все? Там крестики еще появлялись у тебя, тебе нужно было до них дойти, понял, за время определенное. Так, а, и что мне делать? Упал. А что мне делать дальше? Я упал. А, во. А, я могу смотреть. Все. Ты упал? Ничего. Так, а где ты вообще? Я упал, бро. Куда? Я ебу. А, во, слышь, что это? Тебе нужно что-то сделать, я не могу ничего сделать. Там какой-то черт прошел. Я ничего не могу сделать, чел, если что, я не могу выйти никуда, ничего. А, во, я вышел. Куда? А, во-во, сейчас иду, подожди, иду. Черт, кто нас похитил. Так, я где-то, короче, в каком-то замке вниз спускаюсь. А ты где? Че у тебя там? Мне нужно... Короче, ворота закрыты, я только понял, что-то там нужно... Шифр какой-то открыть. Шифр? Да. Ничего, подожди, я пока еще иду. Так, шифр. У меня есть книга, какая-то валяется. О! О, у меня, блядь, ебать, шифров у меня. Вон там за тебя есть, что получал? Пошел. Да похуй. Так, какой тебе шифр, где нужно, блядь?
У меня тут вот какой-то символ треугольника вниз смотрит. Мне нужно вести, да? Да, мне нужно водить. Давай, говори, какие там шифры. А, смотри, палка горизонтальная. А что мне нужно? А, мне нужно как тут. А. Мне нужно просто... Здесь. Мне нужно ставить просто, я так понимаю. А вот здесь чуть-чуть. А вот здесь ты можешь крутить? Да, вот я кручу здесь и могу с другой стороны также крутить. А, я не понимаю, что мне правда. Где-то шифр у тебя должен быть. Шифр? Да. Ну там что-то и нарисовано где-то что-то. Да, и просто. Мне нужно эту хуйню крутить. Тебе там должны показать, какие я должен поставить. Первую крути, первую крути. Вот. Да не, вот здесь, где я стою. Ну я не буду, стоишь, вот. Здесь есть треугольники с кружками внутри. Тебе нужен, ну у меня сверху просто показывает треугольник. Вниз смотрит, внутри него кружок. Так, у меня тоже такое же. И как это делать? В чем прикол? Может, нам надо одинаково поставить, типа? Ну, я не знаю. Ну, смотри, сейчас, вот, смотри, там же, смотри, крутить. Там же, смотри, смотришь там же? Ну. Вот, смотри, я вторую кручу, у тебя какой сейчас? Что здесь на втором показано? Ну, ты ничего не покрутил. Ну, вот, я кручу сейчас. Что у тебя сейчас там указано? Ну, квадрат и линия посередине. Так, а сейчас? Квадрат и внутри него перекошенный квадрат. Так, а сейчас? Квадрат с прицелом. Так, а сейчас? Квадрат и две линии по бокам. Так, а сейчас? Квадрат с прицелом. А сейчас? Квадрат с горизонтальной линией посередине. Так. Горизонтальной линии посередине. Ну, тебе нужен треугольник, а мне тебе не укрутил. А, ебать, так у меня вот... Чё? Тебе, наверное, что-то надо, что у меня, а мне надо, что у тебя. Ну, здесь. Наверное, вот здесь, да. Наверное, вот здесь, наверное, ты собираешь по-моему, а здесь по своему. Не, наоборот, типа, здесь ты подсказываешь мне вот сюда, типа вот на эту сторону. А с той... Не, вот здесь я подсказываю то, что здесь, а здесь то, что ты у тебя. Ну, давай, давай попробуем так. Вот здесь вот тебе должен получиться, не знаю, треугольник, просто внутри него. А вниз смотрит? Да. Ну вот, у меня он есть, да. Ну, собрал? Ну, у меня он, да, он там стоит сразу же. Треугольник с кружком? Да. А у тебя здесь что? А здесь у меня первое, блядь, этот... Как он называется-то, блядь? Ну, параллелепипед, короче, ебаный, блядь. Охуенно, я ебу как параллелепипед. Ну там, короче, такой, блядь, типа, я не знаю, кто это свой хуй, не знаю, что за фигура, честно. Ну, четырехугольник, короче, такой. Внизу он меньше, ну, типа, он тоньше внизу, а вверху он шире. И с... Сказанул, и с угла, типа, справа вверху угол у него, короче, есть. У него перекошенные стороны. Ну, типа того, да. Типа того. И линия такая идет с угла в угол, типа, с верхнего лево, вправо на вниз лево. С угла нижнего? Ну да, с угла левого-нижнего идет вверх, вправо. Ну первый крути. Ну вот. Чё? А, стой, там получается вот эта линия от конца одного к концу другого. Да. И, а второй чё? Крути нижнюю. Не, нижнюю крути. Ту оставь. Верни. Верни. Что тебе верну, ебаный в рот? Первую верни, верни. Стой, все, стой. Второй, что у тебя? Сейчас у меня кружочек и квадратик. Кружочек, кружок и внутри него квадрат? Не, квадрат и внутри него кружок. Квадрат и внутри него кружок. Утяни мне. Да нет, в среднем. Один кружок. Че, здесь? На второй? Да. Не, здесь у меня, блядь, квадраты, блядь, два. Не, там смотри, у тебя вверху табличка, наверное, есть, и там какая-то фигура, что-то. Где, блядь? Ну, у меня вот, смотри, вот над вот этой колонной вверху есть табличка, которая там стрелочка вниз, и на ней вот нарисован треугольник, но тут не укру... Я не знаю, что мне надо. Тебе, наверное, сделать надо из тех вот, вот этих элементов, что у тебя... То, что у меня, а у тебя какая-то должна быть табличка со стрелкой, я должен вот здесь, чтобы... Ну, у меня такого нету здесь, честно скажу.
все, смотрим туториал. У меня есть... Нет, у меня здесь знаешь, что есть? Что? Вот здесь, вот, вот здесь, возле крыша огня, у меня здесь стрелки вверх есть. Может, возле окошка. Что-то? Может, ты должен что-то посмотреть? Может быть. Здесь дверь закрыта у меня. Там дверь тоже закрыта. А ты вот здесь фигуры видишь такие же, как я? Типа квадрат у меня тоже точка. Нет, ну разные у нас с тобой. Ну вот здесь. Где? Ну в том плане, что разные, но крутишь. Ну вот, вот здесь вот, вот здесь я сейчас кручу, вот, да, не я кручу, там несколько, там, да, одни и те же бывают. Ну, кружок с прицелом, прицел с кружком. Да? Смотри, что ты имеешь, что у меня вверху, вот, вот тут с того первого у меня треугольник и кружочек. Смотри, ты когда крутишь, у нас же получается с двух сторон эта тема. Значит, у тебя те же самые фигуры, что у меня. Наверное. Ну давай сейчас покручу. Вот смотри, у меня сейчас стоит треугольник с кружком внутри. Вот смотри, я кручу сейчас для тебя. А он вниз, смотри, у меня. Блядь. Ну вот, появился? Чё? Что? Появился? Что появился? Треугольник и в него нет, кружок. Нет, просто кружок, внутри него крест. Ну вот. А теперь лава. Все. Я не понимаю, что надо сделать. Я тоже все вообще не шарю. Что делать-то нужно? В общем, мне так нужно что-то крутить. Ты можешь их крутить вообще? Я ничего не могу крутить. Мне, значит, надо тебе, значит, мне нужно говорить, типа, как их выставить правильно. Ну, тебе, тебе нужно сказать, что мне сказать. У тебя, короче, должны быть такие фигуры, как я должен их правильно выставить, чтобы тебе... А как, блядь? То что у тебя? Какая-то картинка есть? Что у меня ничего нет. У тебя, посмотри, у тебя что-нибудь есть там? У меня нихуя нету, блядь. Все у меня тут есть, блядь. У меня тоже ничего круг. Нету. У меня есть книга только какая-то, и все. Да нихуя. Но в книге есть нихуя не написано особо. Вот здесь, может быть, подожди. Нет, здесь нет ничего. Здесь тоже у меня ничего. Подожди, а можешь. Ты должен что-то найти. Но здесь у меня ничего нету абсолютно. Ну не знаю, я тебе вот говорю, что я тебе говорю, вот есть треугольник, внутри него все. Все, больше у меня ничего нет. А, может, мне нужно. Подожди, у тебя вообще ничего нет больше нигде? Нету. Может, мне нужно крутить до тех пор, пока у тебя ничего не появится? А что у меня? Ну вот смотри, сейчас кручу, вот смотри, сейчас вот смотри, вот с этой стороны сейчас буду крутить, вот с этой. Вот смотри. Вот смотри, верхнюю первую кручу. У тебя что появилось? Ну, у меня меняется картинка. У тебя появилось что-нибудь там? Ничего у меня не появилось, у меня просто картинки меняются. В смысле, у тебя изначально картинки есть? Да, не а, просто, ну все. Ты просто меняешь, но мне нужно, значит, тебе нужно какое-то что-то, что... Чтобы у меня тут выставить. Но у меня здесь ничего нету. Ну какие-то картинки, это залуп, такая что-то, что такое. Честно скажу, ничего больше нету здесь, вообще ничего нету. Все, иди на. Посмотри у себя, блядь, что-нибудь. Что, блядь, посмотри, у меня вот крет 2x2 метра. Что, хуя нет. Она в кирпичах, может, что-то, я хуй его знает. Вон книга, посмотри, можешь ли я взять книгу? Вон у тебя книга лежит. На гробу. Ты можешь взять? Нет, не могу. Мне даже не видно ничего. Подожди, вверх. Дай-ка попробую. Блять, что нахуй происходит? Ну, крути, крути просто. Я не могу крутить, ты крути вот где я стою. Может что-то поменяется? Я его снимаю, я все как... Тут надо какую-то фигуру выставить. Треугольник. Потому что у меня тут есть фигура, которая, понял, квадрат, но не закончен. Треугольник, но не закончен. Может, какую-то фигуру надо выставить здесь? Да, треугольник. Во, треугольник с кружком, блядь. Подожди, может, реально какую-то фигуру надо здесь выставить? Ну, я говорю, вот у меня табличка. Треугольник, внутри нём. Причём... Ты крути, чел, просто можешь, давай просто вот первый ставим возле одного столба. Ну вот, я покрутил сейчас только что. Первый крути, первый, ну все, крути, чел, я не могу крутить. Ну, покрутил. Я тебе скажу, когда стоп.
Не, второй крути. Все же повторяться начало. Ну давай нижний, я не понимаю, что он. Типа, чтоб получился треугольник. Скажи, сделай туториал смотри. Че, просто уже все туториал. Ну все уже, че, все, мы уже сами не прошли. Че уже там, стыдиться. Да я не понимаю, что. Давайте, вот да, вот окей, прежде чем ты туториал не будешь смотреть, вот скину скрин. Потому что тебе явно что-то. По какому-то изображению мне нужно тебе прокат. Потому что я не понимаю, что чем я делаю. А-а-а, ебать. Что? Короче. Туториал посмотрел? Нет, не посмотрел, я посмотрел описание. Тут чел написал, типа, ну, пример. По, короче, ну, механику, как... механику задания. Он ну, не... То есть, как бы проспойлерил. Короче, тебе, мне нужно, конечно, у тебя табличка есть, да? Мне нужно, короче, вот, мне нужно выставлять те фигуры, которые у тебя там есть. Первый идет, он, первый идет, у тебя получается круг в треугольнике, либо треугольник в кругу. Чёрт. Я их, когда я себе их ставлю, получается, у себя их ставлю, у тебя должна меняться картинка. Ну давай. А у тебя прям такие есть? Ну давай, какой, попиши, какой у тебя треугольник. Вот я тебе скинул в Дискорде. Да чё, нахуй, давай пиши, блядь, лучше. Я тебе скинул в Дискорде. Ну вот, треугольник. Ты уже описание посмотрел, уже и то, чё. Ну, блядь, я... Так, ну хорошо, вот он. Ну вот, я его выставил. Дальше, чё у тебя там? Ничего. То же самое. Хорошо, если я ещё к тебе, он, у тебя выставился он? У меня вообще другие картины. Вот скажи, когда он у тебя будет. Вот сейчас поставился он у тебя? Нет. А сейчас? У меня нет такого. Нет. У меня кружок с крестом. Это палка с солнцем. Кружок и крест. У меня нет. Хорошо, пошли сразу. А где на второй такой колонии есть тоже такая же хуйня? Да. Так, давай, какая там фигура? У меня нет там ничего. Там фигуры нет такой же нарисованной? Нет. У меня только одна табличка. Подожди, а есть аудиоиск круче у тебя? Что-нибудь появляется? Что у тебя, какие фигуры у тебя здесь? Квадрат пополам. Так, а в нижнюю у тебя есть? Да. Что там? Не знаю, какие фигуры. Типа миска. Бокал. Да, может надо получить эту фигуру? Чё? Ну типа треугольник мне нужно получить. В плане у как? У меня есть треугольник, да. Ну. Кажется, который ты мне отправил, он у меня сейчас стоит в самом верху. Ну поставь его. А у меня сейчас стоит в самом верху первый, сейчас снял, у меня стоит раз треугольник. А может теперь мне надо на той тебе ставить то, что у меня? Типа в этот момент. Ну может быть, да, давай, давай. Смотри, вот у меня кружок и по бокам линии в разные стороны. А внутри нет линии такой проходящей сквозь? Нет, нет. Только по бокам. А они куда, вверх и вниз смотрят? Да. Ну вот, я выставил, да, выставил. Две влево-вправо, и, ну, одна влево-вправо и внизу влево-вправо такие. Да. Так, теперь я тебе говорю, так, квадрат, он такой подкошенный, и внутри него две линии. Ну вот, выставил я. Где? Ну все, у меня выставлено оно все. Первая колония? Да. Нет, в третьей. У меня первый, смотри, идет треугольник с кружком, дальше идет кружочек с этими линиями, и дальше идет такой квадрат, только перекошенный, две линии у него внутри. Это последний? Да, последний. Ну, наверное, а мне нужно то, что первое сказать, это будет там первое, скорее всего. Наверное, вот так.
Давай попробуем. Давай, давай. Ну, я помню, что надо выставлять такую вышку, какая-то механика странная. Так, смотри. Так, поехали. Первый, вот тот же самый треугольник, да, только вниз смотрит. Так, поставил. Теперь у меня огромный кружок с крестом. У меня тоже все стоит то же самое. Так, теперь квадрат и крест. Квадрат и крест, да? А квадрат перекошенный? Нет, просто. Там чуть-чуть линии креста выходят за пределы чуть-чуть. Квадрат и крест? Ну нет, квадрат внутреннего крест и кончики креста чуть выше. Ну давай, допустим. Ну, это, короче, миска, она чуть влево смотрит. Где ты вообще смотришь? Вот здесь теперь надо тебе выставлять, наверное. Да. Миска, она чуть влево смотрит. Первая? Да. Миска. Чуть влево смотрит. Ну, наклонена. Миска, блядь. Ну, допустим. А, смотри, палочка горизонтальная и еще две вниз, только они на бок чуть-чуть. Как это, пролепить, бля, или как? Так, еще раз. Смотри, горизонтальная палка, две от него вниз, но они чуть-чуть на бок влево. Типа дуглом. Ну, допустим, нашел, да. Ну и чё, ничего не сработало. А третья какая? А третья пусто, блядь. А, ну может, ну я давайте скажу, смотри, давайте скажу. А, смотри, квадрат, нижняя часть, по-моему, половина недорисованная, внутренняя и внутреннего ещё квадрат. Ещё один квадрат? Да. Смотри, квадрат не до конца, посередине, внутреннего жирного. И внутри полноценный квадрат. Это нижняя. Да. Блять, вот так значит. Да, у меня что-то поменял вот этот квадрат, который ты говоришь, что у меня на второй стоит. Ну, значит, поставь его на второй, то на первый стоит. Есть. У меня здесь вообще, у меня что-то поменял, на третий тут находится квадрат и круг только, и все. Может быть, там наоборот не сфера, но вот последняя, типа, то, что я тебе говорю, это и есть миска у тебя где? На первый? Да. А после миски чё? После миски то, что ты говорил, вот это, блядь. Квадрат? Поставь квадрат. Ну вот, поставил. Ну, типа квадрат, незаконченный квадрат, и внутри него еще такой же. Ну и на третий то же самое так получается. А на третий у меня, чтобы понимал, квадрат и круг идет просто, и все. Без внутри квадрата? Ну типа идет недорисованный квадрат и внутри круг. Есть большой квадрат недорисованный и внутри круг. Есть круг, в нем квадрат. И есть ну, квадрат, вот в нем круг. Не, ну смотри, незаконченный квадрат, в нем квадрат. Но у меня только круги, в этом прикол есть. Значит, что это мы не то сделали. Может, нам нужно, чтобы схожие были, типа? Не, а есть схожие, у нас вообще другие, у нас вообще... Смотри, может быть... А ты ее не можешь крутить? Я не могу, типа, если вы крутите, я бы, может, крутил, а не тебе буду крутить. Смотри, может, ты, значит, что-то не то выставил, жёг с крестом. Ну смотри, если меняешь второе, то по сути я говорю тебе рисунок, у тебя и третье поменяется. Ты изначально. Не, нет, у меня все одно и то же, понимал. У нас не одно и то же. Нет, у меня одно и то же, я кручу, у меня повторяются потом они. Не, прикол в том, что у тебя вот здесь показано то, что, наверное, у меня вон там. Где? Ну на той колонне. Ну первый-то у меня все правильно, и второй тоже на схожие. Короче, отправляю скрин, не помню. Заебал, да, ну ты заебал, ёбаный, блядь. Ну чё ты нахуй, не можешь, блядь, квадрат, блядь, не можешь нахуй найти. Так его нету в этом приколе, тебе, блядь, я уже давно бы выставил, нету его вот здесь просто. Ну я скидываю, может, что-то не то, блядь. Как-то не уверен, блядь, я говорил крест. Чё, где? Крестом такой, ну, наверное, вот это. Это какая колонна? Первая вот эта? Справа? Первая, ну у меня только одна чела есть, и всё. Вот, смотри. Ебать, чел, у меня этих, чтоб понял, у меня вот этих фигур вообще нету. Так я тебе и говорю, вот эти фигуры тебе нужно выставить на той колонне. Так у меня их нету.
В этом, вот в этом весь прикол. У меня их нету в этом весь прикол. А как ты ставил? То есть ты на второй, вот после, посмотри, видишь, у меня треугольник, потом с крестом. Ты на второй что ставил? У меня как раз круг с крестом идет. На второй? Да. А после, вот поставь его на второй сейчас. Ну вот, я поставил. Вот мне тут только круги идут, и все. С крестом. Да. А, слышь? Че? Подожди, я прав? Да! Я понял, в чем прикол. Что? Смотри, первая, видишь, табличка у тебя идет? Ну. Это у меня первая шестерня. Я должен ее у тебя выставить, так понимаю. Или, или у себя. Нет, у себя должен выставить. Дальше, дальше, вторая, вот эта первая шестерня, это у меня вторая шестерня. Получается вот этот круг с крестом внутри. Да, да, и третья, как раз таки, третья шестерня у меня, это у тебя вторая шестерня. Вот эти две полоски и квадрат, у меня оно есть все. Не понял, еще раз. Смотри, видишь табличку, у тебя такой треугольник, блядь. Это моя первая шестерня, должен выставить вот этот треугольник. Твоя рисунок на твоей первой шестерне, это моя вторая шестерня. Ну, так мы так и сделали, а ты как делал? Я же тебе говорю, круг с крестом, ты оставлял круг с крестом на второй. Да, и вот я выставил сейчас квадрат, такой, как у тебя, на второй шестерне, на третий. Так, и дальше давай на той, что у тебя. Нет, не, все правильно, просто посмотрим. И все правильно, потому что миски там нет у меня такой. Значит, ты неправильно это оставил. Нет, у меня миски. Ну смотри, у тебя идет первый, 100% идет треугольник. Второй идет, скорее всего, этот кружок. У меня нет треугольника. Треугольник ставишь ты, вот смотри. Да, 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 я тебе говорю про себя. Я ставлю у себя треугольник, нет, смотри, я ориентируюсь по твоим рисункам. Факту. Смотри, треугольник, вот этот треугольник нарисованный, это моя первая шестерня, мой первый рисунок, который должен поставить. Вот этот кружочек, это второй мой рисунок, потому что у меня там только круги ебаные. И твой вот этот квадрат с двумя полосками по бокам, это моя третья шестерня, чтобы ты понимал. Ну, на вот этой же колонии, на вот этой же. Я не понимаю. Да, на этой же колонии, которую я сейчас сфоткал. Так, а смысл, ты сейчас махнешь, вторую перекатнешь, там другой рисунок будет, я не понимаю. Или ты имеешь в виду, что ты выставляешь сейчас квадрат на первой шестерне, у меня появится круг с треугольником, а ты ставишь с крестом, и ты его ставишь вторым, правильно? Да. А вот этот квадрат квадрат с двумя полосками я ставлю на третий, потому что у меня такой есть. А миска, получается, идет на тот. Типа, получается, вот сюда идет миска, потому что у меня здесь миска как раз и есть такая. Вроде как. Стоп. А, бред, тут получается не миска. А тут что там? Внизу, ну как, миска, которая вниз смотрит, по-моему, вот этим своим широким отверстием и зачеркнутая крестом. Все, я понял, как проходить. Так мы так и делали, в смысле, как, блин, как делал? Мы ж так и делали. Типа я тебе говорил, а ты выставлял. Да, давай. Поехали. Че вообще, как рандом делал? Ну, алло, поехали. Давай, говори сразу же, какая у тебя. То же самое. Тот же самый треугольник? Ну, так, дальше. Тебя... Дальше какая у тебя идет? Круг с крестом. Каким? Внутри и внутри или он торчит, типа, внутри. Из круга? Внутри. Так, дальше. Ну, вот этот квадрат с линиями. Внутри или по бокам? По бокам. По бокам. Что? Так, дальше. А, получается, тут миска, по-моему, та же самая миска вниз и крестом зачеркнуто. Крестом, да, зачеркнуто. Внутри? Да. Или он торчит, крест? Ну, тут чуть-чуть торчит из разных сторон. Не, крест торчит прям, там жестко есть, который торчит. Ну, все, сверху вот. Сверху торчит. Смотри, представь, вот, я не помню, как эта фигура называется, вот квадрат, только кай, вот, чуть вверх. И сбоку еще квадрат на нем. Квадрат? Ну, не квадрат, а типа квадрат. Я не помню, как это... А, все, поставил. Круг и внутри квадрат. Круг и внутри квадрат. Вот, я ж, блядь, это вообще изи проходит. А ты делал, в смысле, а ты как делал? Мы делали, знаешь, как, типа, с тобой. Ты мне говорил первую, понимаю, так первую говорил, шестерню, и потом делал второй, так нет, понимаю. Нет, чел, я тебе говорил треугольник, ты сказал, я выставлял и пусто. Ну, конечно, вам похуй, прошли, блядь. Чел просто. И что нам сюда? Сейчас нам сюда. Там, если что, чел проходил. Ну похуй на него. Нам туда не надо, нам туда надо. Да. Вот сюда, дверь открыта, блядь. Да я ебу, ты, блядь, прыгаешь туда сюда. Здесь лава.
Ой, а кнопку. Вот, мы можем кнопку нажать. А чел. Нажимай. Я не нажимаю, он не едет. Подожди, может надо по одному, типа, блять. Нет, иди нахуй, я первый. Я спасусь. Ну давай, пробуй, наверх нажми. Ну нажми кнопку, ёбаный рот. Ну и чё? Ничего не едет. А вниз. А вот. Пока нахуй. А, мне нужно, слышь, крутить. Ну крути её. Возвращай нам. Возвращай меня. Ну вот возвращаю. А, слышь, дверь. Где? Меня. Что мне надо делать? Тебе нужно? Да, мне нужно теперь, получается. Смотри, у меня опять рисунки какие-то. И рычаги. Но я ничего сейчас не сделал, у меня нет лифта. В этом прикол есть, понимаешь? А, тебе надо назад его? Получается, да, попробую. Что-то гнида появилось там? Не знаю, я вниз нажал. Подожди. Я могу убежать, если что. Нахуенно, просто чел убежал. То же самое, как первый сделал, ебаный, он просто съебался, блядь. А можно вместе? А, вот, смотри, смотри, продолжение первой концовки из первой этой части. Так стоп, это получается, я не понимаю тогда. Это мы из первой части? Не знаю сейчас, не могу понять. Это что за бред? Подожди, вот это первая, это точно концовка из первой части идет. И вот им кто-то что-то сказал, слышь, ты видел? Чего? Бля, ебать, запутано нахуй. Я вообще ничего не делаю. Так стоп, ну мы же проходили другие ловушки, правильно? Но там прикол в том, что там что-то были какие-то рычаги, я лифт на... Может, как-то... Может, реально как-то можно вдвоем сбежать, типа, в этом прикол? Наверное. Потому что там есть хорошая... Я точно знаю, что там есть хорошая концовка, да, попробуем? Вот, а что за бред? Что, давай наоборот теперь? Не, ну давай попробуем так же еще раз. Там еще вторая концовка, я уверен. Не, давай наоборот. Ну то же самое, только наоборот, все. А смысл? Ну просто я хочу посмотреть за другое как. Потом посмотришь, блядь, когда мы проходим полностью, блядь. Давай, когда полностью пройдем, блядь, по наоборот, да? Ну мы полностью прошли уже все. А потом наоборот полностью. Ну, мы полностью прошли его. А потом полностью наоборот пройти еще раз. Ну, так мы прошли полностью. Ну вот сейчас наоборот давай. Еще раз наоборот проходить, блядь. Ну, так мы полностью уже... Не-не, зайди сейчас, я хочу посмотреть, там вторая концовка есть хорошая. Какая разница там, почему? Нет, там поменяют 100%. Я когда смотрел с шашками, ну вот, точнее, как делать эту херню, там чел написал, ну, ниже написано чел был, что не спешите убегать оттуда, типа, оттуда. Да я убежал, типа, вы пропустите хорошую концовку, он сказал. Хуй-то, бля, шахта такие. Да реально я не понимаю, маркировка это ёбаная. А что у тебя там было-то хоть наверху? Ну и рычаг один и все. И ты его нажал? Да. Ну я не знаю, что произошло. Ну давай я отправил лифт назад, я просто не дождался. Там наверх. Подожди, вот мы здесь. Смотри, вот здесь, смотри, стой. Пока не спеши. Пока не спеши. Вот, смотри, здесь, видишь, есть вот такая хуйня. Вот она. Она, видишь, крутится почему-то. Что она открывает, я хуй его знает, честно. А вон, смотри, рычаг. Ну давай, нажми. О, смотри, не, видишь, смотри, кнопка, смотри, видишь? Смотри. Ну да, я вижу. Чего-то не хватает. О, а, это лифт. Лифт. Да, типа назад его вернуть. Сейчас ты вверх, вот, можешь? Ты можешь назад вернуть, что ли? А зачем вниз? Да, подожди, я ее кручу, смотри. Или нет, ты сам поднимаешься. Нет, ты крутишь. Ну, вот, не, я не кручу, я не кручу ничего еще. Ну, сейчас я поднимаюсь. Ну, давай, ты поднялся? Нет. И вот опять вот этот звук вот этого челика из кукольного. Подожди, сейчас, подожди. Я... Сейчас... Он спустится вниз? Во, спускается вниз, подожди. Вот он спускается вниз. Он спускается вниз у тебя? Да. На кнопку нажал? Да, нажал на кнопку. А для чего вот эта хуйня, которая, ну, крутит? Для чего она? Не знаю. Так, я сейчас еду на нем. Получается, наверх. Бля, у него код КД, что ли, есть, чтобы он наверх ехал? Я правильно понимаю?
Блин, этот чел, который видел, помнишь, да, из первой части вот этот чел, который, блядь, реально в театре был? Да. Он появлялся еще, что-то пиздит нам? Зачем только? Может, это он нас покинцел? Может быть. Ну, я не понимаю, в чем прикол. Мы те, кто вторые, мы ну, подожди, вот. И что ты здесь нажимаешь? Вот, только это нажал и все. Ну, погнали, давай, давай нажмем, погнали, что? Поначалу вдвоем. Я уже нажал. Поначалу я понял, знаешь, ну, что... Ну, а как пройти здесь? Ну, там было открыто почему-то, я не знаю, что это произошло, там оно открывалось. Может, ты открываешь конкретно этот? Может, ты рулем открываешь мне дверь? Может быть. Давай я сейчас проверю. Давай. Да пока проверяешь, почитаю, может, там не так нужно, типа, может, там где не, эти? Давай не читай, не читай, давай сами. Но прикол в том, что мы, получается, не... Мы, получается, пришли на зов тех, кому надо было помощь. По идее. То есть там челики позвали нас на помощь. Челики нас позвали на помощь, но мы почему-то сами... Слышь? Чё? А может, эти рисунки не просто так у нас? Ну, явно. Смотри, вот я сейчас... Может, их нужно выставить, чтобы этот... Что-то открыть, типа рычага какого-нибудь тоже. Может, их они тут есть? Подожди, может, тут в шахте лифты есть рычаги какие-то? Вот я кручу, у тебя поднимается что-нибудь? Да-да-да, подожди. Подожди, сейчас... Тут в шахте лифта где-то должны быть рычаги. Да, посмотрим внимательно. Может, если это рычаги есть? То есть 100% есть хорошая... 100% есть хорошая концовка. Нам же не просто так эти символы дали, правильно? Раз, два, три, четыре. Да, да, попробуем. Подожди, не спускай его вниз. Дверь закрыта. Давай сейчас... Надо сейчас внизу посмотреть эти. А нет, ничего внизу. А вот, например, есть... Вот сейчас, подожди, поднимайся по шахте и посмотри в шахте лифте. Вот прямо смотри, нет там никакого рычага. Например. Сейчас посмотрим. Да, пока будешь подниматься. Потому что не просто так символы дали, мне кажется. Ну, типа, если рычаг здесь, он вот один засветился. Их раз, два, три, четыре, пять. Шесть их. Получается, где-то здесь должны быть рычаги еще. Да я ничего не вижу. А выше ты не можешь подняться, типа? Нет. Так. А может, надо прям ниже спуститься? Хуй. Да, типа того. Или, что, или, знаешь, или где-то внизу у нас, типа, должно это быть. Это звуки похожи на те, когда ты двери, когда мы дверь пытались открыть. Да. Подожди. Там дверь кто-то заперся сам. А если я, например, прыгнул? А там нету. Жди, где-то должно... Слушай, я не разбился. А, чел, я нашел. Чё, рычаг нашел? Смотри, вот встань, вот где, вот видишь, где я? Да, я вижу тебя. Пол, вот тут вниз падаешь, вот почему ты не разбиваешься, и тут внутри большое помещение, тут рычаг можно убрать. О, нажал? Да. Давайте наверх поедем, давай, погнали наверх. Давай, поднимай наверх. Поднимайся наверх. Да, поднимаю. Сейчас, подожди, гадай, вот. Бля! Лава! Ой. Лава. Я встал. Давай, сейчас отправлю и едь. Стой! Что? Садись. Не, здесь только по одному, здесь только по одному. Вот, он прям, вот видишь, он прям сзади. Да, видел. Это щель. Тебе давай сейчас внизу отправлю, ты прыгни на лифт, там еще одна щель есть впереди. Где? Ну сейчас ты выйдешь из лифта, прям вперед смотри, там есть щель. Что-то я не увидел. Давай нажимай. Где? Ну сейчас, давай, ладно, спустись вниз. Ну я вижу, чел. Я что-то поебал, я просто вокруг кручусь. Ну вот, одна щель. Поднимай вверх. О, блядь, чел. А, это точно. Да, это то, что мы вдвоем. Ну я не увидел. Давай, поехали. Давай, где? Давай, сейчас гоняю, туда тут стой, и вон там на кнопку вызывай. Да. Бля, спустись вниз, долбоёб. Обратно спустись.
вниз спустить? Сейчас я его спущу вниз. А здесь нет ничего? Вот где лава. Нет, здесь навряд ли что-то есть. А я не знаю, там что-то еще поменялось. А там, там он в той щели, что ли, смотрел? Вон, да, видишь, вот сверху. Там, там один только? Рычаг один. А, может, надо все найти? Да, типа. А вдруг там пол, там же видел кнопки, да? Сейчас посмотрим, сколько, может быть, в течение всего мы должны были находить их, и тогда бы была хорошая концовка. Не, вроде, да навряд ли, чел, если там у тебя, если там у тебя есть эти, как он называется? Бля, лифт сделал. Че он приедет? Бля, может, давай, надо здесь смотреть все внимательно тоже. Здесь что тут смотреть, потому что ничего нет. Ну, не смогли спрятать что-то где-то. Ну, если спрятаться, нажать надо. Ну нет, ничего нет. Я так понимаю, зачем? Я, вот крюк, это нужно, чтобы ты... Ну смотри, мы все рычаги нажимали, там же где шахта, только были рычаги. Не, ну может где-то были скрытые рычаги. Так, давай наверх погнал, давай тогда наверх погнал. Кстати, помнишь, вот когда я, когда с картинами, вот как раз ты, помнишь, там был рычаг, я нажал, желтый такой же. Ну. Вот он там рычаг, ну и он же ни за что не отвечал. Да. А там он был за закрытой дверью, то есть я бы нашел, значит мы должны... Понял? Ну, мне кажется, нравится, здесь должны. Я уверен, что здесь почему-то должны. Ну, мне нет, кажется так. Логично, потому что тот рычаг, который включил, он за что не отвечал. Ну хорошо, мы их всех нажали, у нас только один сейчас доступ, два точнее доступно, видишь? О, две кнопки горят. Мы все нажимали, там... мы все нажимали. А там две кнопки, а там одна кнопка? Две. Там две, там видишь кнопок шесть. У тебя должны сейчас гореть две кнопки, получается. А до этого горело две? Нет, до этого одна горела. Ну, так я включил вот сейчас. Ну вот, и получается, видишь, 6, они здесь находятся именно. Нет, 6 тут нет. Значит, я уверен, что есть. Вот давай сейчас спущу вниз. Смотри, и... Смотри, вот первый уровень мы проходили, там было что? Ну, чел, мы их нажимали. Я нажимал лично несколько штук этих рычагов, и ничего, видишь, не произошло по итогу. Нет, ну были те, которые отвечали за уровни, которые... И это с моей стороны. То есть, видишь, тут 6-6, то есть мы должны были все... Ты 6 и я 6. Ну а по-другому никак. Бля, может нам сюда вдвоем не надо было идти? А чё произошло? Ну давай на предыдущий уровень. Ёпся. Нет, стой, давай смотри, вот сейчас... Да, мне кажется, слушай, если здесь 2, получается здесь 2, наверное 3, там еще в той щели наверху может быть тоже. Да нет, чё, я тебе говорю... Ну давай проверим, давай сначала проверим ту щель, я сейчас вниз спускаю его, и потом наверх тебя пущу его. Какую щель, вот какую щель? И сейчас он там вверху прям сам есть, посмотришь прям. Видишь, в самом верху там у тебя есть дырка. Я не вижу, где. Только тут дырка, и всё. Ну хорошо, спустись вниз сейчас, да, да. Поднимайся, да поднимайся, может я спущусь. Нахуй я начал? Чел, все, поднимайся. Ну. Ну сейчас, когда. Ну здесь рычаг я вижу вот даже. Но здесь больше дырок таких больше нигде нету. Ну я и говорю, нет, значит в течение. Я тебе говорю, в течение. Вон наверху есть. Сейчас, подожди. Я сейчас спускаю. Сейчас спускаю лифт. Подожди, я на нем еще еду сейчас. Так, ты где сейчас? Внизу. Смотри, ну, нажми кнопку наверх просто и все, и выйди из лифта. Бля, это чел, ты упал. Нет, не я упал. Дай. Дай. Все, выходи. Нажал. Дай, я сейчас зайду. Сейчас я туда поднимусь, вот сюда на крышу встану, так нажми, короче, и выйди. Когда он поедет, тогда встану на него. Да я вот смотрю, даже не видно ничего. Давай, сейчас я сейчас нажимаю. Я тебе говорю, они просто, мне кажется, спрятаны.
Да, чел, там есть тоже рубильник. Где? Их получается здесь три, и скорее всего они еще в прошлой локации были три. Вот как раз во второй двери, которая не открывалась там прямо. И что мне сейчас делать? Сейчас я. Ты зашел в лифт? Ну. Ну, запускаю вверх. И выходи сразу же. Ты вышел, главное? Да. Все, сейчас я поднимусь на наверх на нем. А ты можешь с высока падать, и ничего. Ничего не будет. Вот, где сам вверху была, это тоже рубильник. Чего? Сам. Вот, можешь спустись, вот спустись. Вот спусти лифт себе и подними его. Типа сам вверху или что? Ну вот сейчас ты меня увидишь с меня. Поднимись, и потом, когда поднимешься, заново спусти его, он будет спускаться, ты тут останься. И я тебе покажу, где рубильник еще один был. Получается, здесь три рубильника, и, скорее всего, в той комнате, которая не открывалась, прямо идет, тоже три рубильника, и там, получается, скорее всего, еще этот... Мне так кажется, нужны вот эти картинки, скорее всего, типа, выставить. Для... Это бред. Ну, типа, там два рубильника спокойно, и там сквозь какой-то, типа, знаешь, может, спрятано, не знаю, может, я не знаю для чего, может, там открыть, что-то надо будет открыть при помощи вот этих картинок. Там видишь, все равно 6. Да. Давай, спускай, нажимай его на низ и выходи. Сейчас. А это. Еще тоже лампочку горит. Вот, смотри, вот я. О, затяг. Да, я же тебе говорю, протягиваю, что там рубильник. Я его нажал уже. Не, затянь, долбоёб. Нет, там рубильник. Вон, смотри, чел у тебя стоит. Ну нет, я посмотри на него просто, он у тебя исчезнет. Я просто на него посмотрел. Да, слышишь, что я говорю? Получается, да, 10 рубильника. И там, помнишь, там было две двери? Вперед шла и как раз, куда мы пошли. Получается, кто-то идет сюда один. Открывайте все рубильники здесь. И кто-то идет туда. И там открывать все три рубильника. А эти картинки, скажите, для чего нужно, для того, чтобы что-то открыть? Либо рубильник какой-то спрятали. Ну это вот я здесь светит. Это, а еще но это похуй. Мы... Нет, то, получается только здесь считается, так понимаешь? Вот здесь только считается. Ну, не знаю. Это может так декор просто, не я знаю. Что делаю? Надо идти в крематорий опять, типа, понял? Опять там, ну, задавать. Там сейчас задавать эту миссию обратно. Ее пройти быстро, ну, и давай. Один, кто остается там, один сюда идет. Все, мы уходим, да. О, ну вот это прикольно, что они сделали, понял, типа, ну, две концовки, ну, а не одну, как в первой части, блядь. Пошли так чисто, бля, по-быстрому сыграть. Да, блядь, чисто, бля, весь день, нахуй. Пидорасы, чтобы игру не возвращать, да? Да, чел, так специально сделано. Не, ну самое сложное, честно, шах. Че самое сложное? Шахматы? Шахматы. Ну да. То же самое, если все. Что это за шаг, блядь? Порой по сложности, я так понимаю, где у тебя в лестнице. А? Наверное, самое сложное, это все-таки шахматы. Шахматы, да, только шахматы, брат. Ну и, наверное, флаги, есть. Которые мы не могли, типа, знаешь, но они также, они легкие были довольно-таки. Флаги, вот это все. Флаги легкотня, это вот самое сложное, типа, именно, знаешь, вот... С твоей точки зрения. Вот самое сложное, лестница. Это с кубиками. Ну, лестница, да. И вот как раз-таки, вот да. Это, да-да-да. Давай, говори первый, какой у тебя. Ну, то же самое, треугольник такой же. Такой же, а какой он вниз смотрит? Ну, короче, грубо говоря, то же самое, да, выставляет. Ну хорошо, дальше второй. Кружок с крестом. Потом. Так, кружок. У тебя крест как попирает или внутри? Внутри. Такой же челюсть. Так. Давай. То же самое. Низко. А, ну там будто. Там. А, ты вот. Не забывай, там вторая твоя картинка, моя третья шестерня. Я знаю. Так, что? давай первое что. Вот, ну, миска зачеркнутая. Миска зачеркнутая, да? Так, дальше. Ты уверен, что это? Ну у тебя там что? Да что там? Что там у тебя? Третья. Миска вниз, пол типа стоит. Пол. Даже еще. И что? Вниз стоит и что? И зачеркнуто крестом. Внутри крест не выпирает?
выпирает. Выпирает. Сюда. Так, все, дальше. Вот. Теперь квадрат, такой подкошенный внутри. Ну, не квадрат, а еще прямоугольник, что ли. Ну, и что там? А, и внутри него еще тоже прямоугольник. Они типа целые, да? Да, ну сбоку внутри пол. Так, сделал. Хорошо, хорошо. Так, ты что-то не то выставил, потому что тоже. Так. Не то. Вот так? Вот, да. Прыжок с квадратом. Так, ну получается кто? Ты туда пойдешь прямо или я? Давай я. Давай, я пошел туда к лифтам. Получается, у тебя сейчас откроется, получается. Нет, прямо дверь. Вон та прямо дверь идешь. Не, другая, другая, вот туда идешь, если прямо, да. И чел вот этот, который... Да. Получается, та. Ну, уже я сейчас пришел, получается, сюда. Закрылась у тебя дверь? Нет. Открытая. Ну, давай сейчас я сгоняю наверх. Давай, во-первых, посмотрим, если тут... Как у тебя тут? Ну, я сейчас сгоняю наверх, подожди. Вот, я еду. Бля, хуй сос ебаный, блядь, иди нахуй. Интересно, вот этот чел, то пожалуйста, ко мне не заходи, хорошо? Да, вот мне интересно. Так, смотри, я активировал. Где ты уебал, блядь? У нас похитил или кто? Честно, даже не ебу, блядь. Не, он говорит? Может, типа, знаешь, что может быть, типа, этот, блядь, глава, типа, чата. У тебя там что-то открылось, появилось? Нет, дверь закрыта. А-а-а, бля. Подожди. Вот эти рисунки, они, кстати, есть на шестернях. Может, надо на шестернях что-то выставить? Давайте скрин отправлю, чтобы не ебаться просто. Да. Мы в любом случае уже прошли, типа, так сами, а так уже, чтобы не ебаться. Вот, выстави на шестернях вот эти. Где они? Давай. Вот эти рисунки. А чё мне челик отправил, блядь? Ну вот, ты говорил, его нету. Ну, у меня он пропал, я его посмотрел, у меня пропал. Вот эти выстави. Ага, сейчас. На жестянях, получается. Да что это, блядь? Так, я... Блядь, чел. Бля, хочешь прикол? Че? А, как я сейчас вниз спущусь? А, ну слушай. А, ну подожди, давай, делай дальше, ладно, делай. У себя там делай. Я сделал. Сделал? Да, и че? У тебя там должно быть что-то открыться, либо у тебя в комнате, в той, которой ты был, должен открыться какой-то, я так понимаю, рубильник, типа, ну, который спрятан, не знаю. Ты выставил все? Ну да, только они не совсем по порядку. Ну вот, у тебя там, посмотри свою комнату, смотри, может там рубильник какой-то, ну, выскочил, либо что-то открыл, что-то должно быть такое. Сейчас, не то. Выставь, у тебя должно какой-то зуб пойти, что-то должно открыться, либо должно, типа, ну, я не знаю, рубильник появиться какой-то, по идее. Сейчас, подожди. Ладно. Я просто смотрю, они прям точно такие же. Ну вроде такой же. А, ну вот, я выставил, все по порядку. Так. Закрыта дверь. О, открылась реально. Реально? Центральная. Так, и что там? Рубильник. Нажимай. Один? Да. Посмотри теперь, там, посмотри все комнаты, смотри, которые открыты, посмотри. Ой, все, ты... есть ли рубильники еще? Сейчас, всех подожди. Просто запись, я хочу прочитать что-то. Запись? Да, типа, ну, Пол, я так понимаю, он пишет же, он же писал, помнишь, где с картинами, он еще, ты еще когда за меня смотрел, когда проверял, почему не ставится, типа, все это, что я сделал. Ну. И вот Пол, я так понимаю, что... Вот это тот чел, который остался в первой части, тут, писал? Не, я вот не знаю, мне кажется, либо это тот чел, который нас похитил, но что помнишь, в начале там была книга самая первая. Да. Вот. Они предатели, все они. Они хотят, чтобы я... Они все хотят, чтобы я
Чё, вообще? Кривой перевод. Ну, мне кажется, тот чел, который остался, вот этот следователь тут, получается. Нет. Мне кажется, что это он писал. Потому что помнишь, у нас в конце, когда мы прошли, у нас концовка была, что этот следователь как раз-таки, который остался в первой части, я так понимаю, он остался один, его чел ушел. И у него, видишь, там ну, показали нам, как в центре всего это дело, показали, что у него рация заработала. Это же не просто так. Смотри, вот, короче, я читаю. Они предатели, вопрос, все они все после моей карты, что там, я больше не могу стоять, я слабел, так как остался без наследия. Мое оставшееся потомство — это те самые предательские и ненадежные дочери, которые подарили мне мои бесполезные жены. Даже мои попытки с этим без... Чего? Что за хуйня? Слышишь? Да. Что такое? Не знаю, у тебя что-то должно быть. У тебя может что-то? Это у меня звук. Че у тебя там? Я не знаю. Ну я услышу, блядь, но у меня ничего-то такого нету особо. Ну, кстати, та дверь закрыта. Ну то, что мы от нее ушли, мы от нее пришли сюда. Ладно, что там дальше? Они оставили меня с небрачными сыновьями и совершенно безземными здоровыми плавами. Тех, кто продолжал жить, я бросаю на свою арену. Но это опять, это история вот этого челика. Либо это челика, который, да, как призрак, нет. Либо это того, кто остался, я думаю. Единственное, что я могу... Единственный человек, которому я все еще могу доверять, 20, это моя доверчивая королевская гвардия. Но я вижу, что расстояние, что расстройство... Кисло. Опа, что? Что? Я надеюсь, что смогу сохранить крепкую связь, что это моя доверчивая королевская гвардия. Я вижу, что расстояние номер. Я смогу сохранить крепкую связь, так как я не могу еще один нож в спину. Так уж торчат там уже торчат голуби, и это толкает меня снова взять дело в свои руки. Мой придворный шут дал мне прекрасную возможность, и приготовления уже идут. В течение месяца Луна появится в твоем мире, мы проведем его ритуалы с грустью о будущем, с которым мы столкнемся. Будет ли он высоким и обещающим? Знаешь, на что это похоже? На что? Помнишь, когда мы... Ну, получается, я так понимаю, что в Ивеахе Тун и просто в Ивеахе... Ну и в первую очередь не только история, я не знаю, кто нас похитил, это все, но весь прикол в том, что сюжет идет королевской семьи. Помнишь, вот в первую очередь да. Мы выставляли сцену, да. Где он убил еще свою жену. Ну. И тут вот говорится про то, что начнется ритуал. То есть вот этот шут, вот этот вот чел, вот, скорее всего, скорее всего, что? Это его вот этот чел летающий, это и есть тот самый шут. Ну. Скорее всего, ну похоже, скорее всего, на. Вот. И либо это сам король. И прикол в том, что вот когда он убил свою Киев ритуал. Ой, пропадаешь. Это был какой-то ритуал, типа. Угу. Я не знаю. Когда он убил свою жену, король сам? Да, тут же сказано, что вот сколько, когда король сейчас скажет. Через месяц, когда красная... В течение месяца, когда на тебя появится красная луна, мы видим его ритуал, и будущее, с которым мы столкнемся, будет ярким, обещающим. Понял? Но я не понимаю, на самом деле, с точки зрения, как это касается того, бля, что... наверное, надо было мне тоже перевести книгу, прочитать. Да. Но я так понимаю, что в первой части, вот когда мы, помнишь, вот выставлялись, мы узнаем историю. Вот я так понимаю, что в течение двух частей мы узнаем. Историю кого? Историю вот этого замка, типа. Ну да, по идее, да.
Но кто нас похитил, вот, и вот эту вот тему с предательством, еще не особо. Так, вот, ну, знаешь, как можно сделать, короче, в этом? Когда будем приходить, типа, ну, за разные стороны? Да. Чтобы посмотреть, как пофоткаем, типа, ну, эти книги или переведем их сразу, чтобы там, знаешь, на видос тоже почитал, типа. Мне интересно же самому. Да, может, у меня с полноценной картины понял, сойдется. Ну, просто еще вот с первой части, типа. Ну, в первой части вот. Ну, в первой части не было там никаких книг. Историю первую, получается, знаешь, какую историю? Получается. Тоже предательство, наверное. Потому что, наверное, мне. Знаешь, в чем мне кажется, что ты писал все, ну, все говорится о челике, ну, большинство говорится о челике, тоже, типа, который в первой части остался в замке, потому что его уже напарник предал, нам показали в конце сейчас. Так нет, стоп, получается, смотри, вот как там было. Мы вот в первой части мы были те, кто выпустили вот этот фаербол, пошли. Да, да, да. Мы те, кто. В первой части мы те, кто позвали на помощь, типа, вот этого красного огонька, и типа пошли в замок. И нас, типа, ну, кто-то похитил, получается, в это все дело. И мы пошли ну, нас забрали в центр, типа, понял? Через центральный нас ворота забрали. Да, а потом по какой-то причине челики нас бросили, я не знаю, или они просто ушли вперед. Да, но прикол-то в чем? В первой части, что мы с тобой вдвоем были напарниками, и кто-то из нас один продавал другого. И он, он оставался в замке. А почему предавали? Почему предавали? Потому что когда мы сейчас прошли. Потому что когда мы прошли сейчас эту игру. Когда мы прошли эту игру сейчас. Ну. Так мы. Алло. Алло, так мы же играем за других. Так вот, не, смотри, мы за других играем, но прикол-то в чем? Первая часть чел остался, но чел другой ушел. И почему я говорю, что он предал? Потому что нам сейчас в конце, когда мы все прошли, нам в конце показали как раз сцену, конец сцены первой части, что чел, который ушел, он это первая часть чел, он обернулся. С чего ты взял, что это с первой части? Потому что очень похоже, чел, очень похоже. Но в любом случае, он. Ну, в любом случае, даже ну, хорошо, в любом случае, он обернулся, ушел. Получается предательство. Даже если. А при чем тут дело? Смотри, стой, дай это говорю. Если даже это типа с этой части связано, что типа ты ушел, а я остался, да? Нам показали то, что мне кто-то в рацию сказал. То есть это получается чел из первой части в любом случае. Это не из первой части, потому что. Это бессмысленно, потому что... Не, хорошо, даже если брать, что концовка не связана с первой части. В любом случае, в любом случае... Зачем во второй части показывать концовку из первой части, чтобы запутать, если играть... Это не из первой, это сейчас концовка. Ну, чтобы дополнить историю, типа книги, видишь, мы можем здесь читать книги и тому подобное. Но это как первая версия. Это как первая версия. Хорошо, вторая версия, то, что говорят реально, нам показали концовку как раз-таки, показали концовку вот этой части, да, что типа ты ушел, я остался в замке, ты на меня посмотрел и просто ушел. Но ты, я не знаю, ты видел, нет, у меня в руках была рация, она как раз загорела красным огоньком. Это говорит о чем? Говорит о том, что тот чел, который в первой части остался, он типа как-то пытался связаться. Это не первый чел, это ты дурак, это не может быть первой части, это я все тебе, равно, я тебе, ты слышишь, я говорю, у тебя концовка из этой части сейчас, что ты ушел, вот, со второй части, сейчас ты ушел, когда ты ушел, а я остался. И нам показали, что типа я смотрю типа за ворота, типа ты ушел просто. И так, если ты видел, у меня как раз таки рация загорелась. Ну, это что, о чем говорит? Ну, я предполагаю, что говорит о том, что это со мной пытался связаться человек, который с первой части просто так же остался. Так он остался, потому что мы не могли, он как минимум не. Ну там выбора не было. Ну да, так, да. И прикол в том, что ты как раз видишь, что почему я тебе говорю, что книга как-то тоже подталкивает на это. Там в книге написано, что типа, понимаешь, что-то с предательством связано. То есть король предал свою жену и убил ее. Как ты говоришь, что типа вот этот чел, который летает, да, черный, этот с глазами белыми, это есть шут. Получается, челика из первой части тоже предали. Тот сейчас, когда ты ушел, по факту тоже меня предал. И вот тебя на то и получается. Это нет, во-первых, это сделано. Это просто история замка самого из первой части. Когда нам да, но основа какая предательство? Так это не предательство. Так в смысле, какое предательство, если там просто вы остались либо вдвоем замке? Ну, может, разработчики такие хотели, типа, так сделать, что типа по факту, типа, история этого замка, ну, такая, что типа, ну, либо ты предаешь, либо как-то вместе выбираешься, знаешь, такая хуйня. Это можно принять твою теорию, вот она же разная. Потому что каноничная версия, подожди, я не перебью, потому что это, например, каноничная концовка, раз, которую мы еще прошли, это типа, что ты один уходит опять, а второй остается, получается, предательство такое же, то есть основа самопредательства. Получается, просто смотри, во-первых, во-первых, куда делся второй чел, потому что, как по сути, мы, ну, примерно, ну, мы не с такого же входа, мы с другого. Да. Это раз. И плюс,
мы, не знаю, может, какие-то отсылки были, где мы встречаем, потому что мы даже, мы прошли другую часть замка. Да, мы пошли, вот, ты как раз логичность подумал, ты говоришь, где второй чел, который остался в том замке первой части. Я думаю, что он как раз, когда вот это, знаешь, было одновременно сделано, когда мы проходили первую часть, одновременно идет и эта часть, получается. Вряд ли, потому что спустя время. Но даже, возможно, нет, одна и та же история идет, эти две игры идут одновременно, знаешь почему? Потому что когда зажегся первая часть огонь, вот этот огонек пустили в небо. Но в любом случае, какое-то время, ну в любом случае, они примерно в одно время шли, то есть, понимаешь, не прям такое, чтобы они там через день, через два шли. Я так понимаю, второй чел был внизу, как раз, когда мы сбегали в первую часть внизу, он был, и он остался тоже, один ушел. И когда ты тут ушел, и я остался, получается, он пытался как-то связаться со мной, не знаю, ну, так пока мы показали, как я думаю. И мы оба остались в замке. Получается, он не в таком низу, а я наверху. Это странно звучит еще. Нет, мы оба. Ну это странно звучит как, с точки зрения того, что почему они не связались сразу. Понятно, в чем теория твоя быть, что типа они как-то сами специально. Во-первых, сама история странная, потому что как мы шли вместе, они нас бросили просто в первой части, типа, ушли далеко, даже ни разу не вернулись назад, и типа, пока мы не пустили фарган, они не повернулись, типа. Да. Странно. Ну, это, сам... ну, чел там же не увидел, там видел, там вначале показали, что мы далеко, вторая часть далеко находились от замка, очень далеко, и мы не видели тех челей, которые там были. Мы видели только фаербол. Вот мы идем по такой метели, нам держать ее вместе, болит постоянно. Что-то... Нет, в этой части были новые 4 исследователя, я так понимаю, новые 4 исследователя. Не, новые. Новые 4 исследователя были, я так понимаю. Ну, может продолжение, хуй знает. Ну, просто если заметил в начале, если заметил, там были какие-то 4 исследователя, и когда огонек загорелся, там были 4 исследователя. Нет, когда загорелся, а там 2 были. Ну, можем пересмотреть, если хочешь. Ой, хочешь, пересмотри, блядь, давай пересмотрим. Ну, давай только пройдем сначала, блядь, дальше, блядь, уже. Ну, и что мне делать? Мне больше посмотри, ничего... рычаги какие-нибудь еще есть у тебя, что нет? У меня больше ничего нет. Я тебе говорю, это рычаги в течение... Ну, мы их нажимали, в этом прикол. Да и где-то секретные также были. Вот так же, как в щели, прям спят, мы не обращали. Дождем. Больше нет. Да, давай я посмотрю, что как. Не должен остаться в кино. Тут больше там вопрос. А у тебя какой-то подъемник есть там? Нет, ничего больше. Тут просто написано, после того, как разгадали дополнительную загадку, символы в крематории и секретным рычагом проходим в подъемник. Только один может подняться на подъемнике. Поднимаемся на самый верх, выходим. Первый и второй рычаг находятся в шахте лифта, в секретных комнатах, а проникнуть не можно только на крыше подъемника, с лифта вот этого. Просто парень, ага. Так, вызываем лифт, ага. Вас к одному из рычагов, дергаем его и снова встаем на крышу. Опять спросим напарника, спросим, ага. Ну, видишь, получается... Там с последним рычагом показывает общее количество найденных вами рычагов. Те можно только вдвоем начать. Так, чё, на панели нарисованы знаки, ага. Ну ладно, иди в шахту лифта. Ты там в твоей комнате где-то был, нет тоже рычагов никаких? Чё? Там, где ты был, помнишь, в этой, ну, в крематории, когда я тебя открывал, там нет никаких рычагов? Нет. Ну все, иди так к лифту, вызывай его вниз. Тут будешь прикол в том, что если варшипсы последние, то вопрос такой, типа, получается, двое, которые остались. Бля, вот. Ну ладно, мы, ну, да, попробуем сейчас, мы, скорее всего, не врём, ты прав, мы, скорее всего, ну, сейчас я только на лифте, я на лифте еще. Конечно, надо было, я так понимаю, то, что мы перезапускали, понял, игру, и заходили, типа, на разные главы, ну, встань в лифт. То, что мы с тобой перезапускали, запускали разные, типа, эти, как называется-то это.
главы сразу же. Нам не засчитывали рычаги. Короче, так, да, там ты прав, там нужно на протяжении всей игры нажимать рычаги. Ну, давай поднимемся наверх. Я говорю, значит, скорее всего. Да я только я тебе этот раз побегу, у меня появилась, ну, достижение появилось. Давай ты, короче, да и все. Да. Короче, там нужно весь будем перепроходить, типа, нам нужно, конечно, нажимать везде рычаги. Там же, помнишь, где лабиринт был, ты бегал? Да. Там тоже рычаг есть в конце. Короче, там везде нужно рычаги нажимать. И, короче, я так понимаю, нельзя перезаходить и нельзя, короче, запускать разные главы, понял? Нужно с самого начала зайти прям и сразу проходить и нажимать рычаги, да, он засчитает. Ну вот, видишь, получается всего 12 рычагов. Да. И говорю, тот, который был в этой библиотеке, где картинку играть, там было 11 рычагов как раз. Да. Потому что он ни за что не отвечал. Да. Ну то на хорошую концовку, это получается в следующий раз пройдем, да? Да. Наоборот, ты будешь сам. Mm? Да, так, только-то поменяемся, да. Я буду за вот этого крестьянина играть, а ты за лорда вот этого. Бля, ну прикольно, бля, мне просто интересно. Ну просто, знаешь, вот смотри, давай еще посмотрим концовку. Открой. Че, ну, это штурвал по пути. А, не, останься со мной. Ну че, мне достижение просто нужно. Не, че. Ну давай, заебал, блядь. Не, вы вместе бежите. Ну че, заебал, блядь. Мне просто достижение нужно, спасибо. Ну вот я ушел. Вот смотри, вот это та самая концовка, да, сейчас за этих мы, вот я убегаю. Смотри, видишь, вот, я смотрю на тебя сейчас. Вот в какой куртке, окей, смотри. Ну вот, не, я понял, это из второй части, да, человек, потому что, видишь, я на тебя смотрю. И такой, блин. Да, это я понял. И смотри, вот помнишь начало игры, помнишь, он сказал, один влево, друг. Может, да. Не остались, смотри, вот в синий. Ну вот, видишь, я ухожу, то есть по факту предаю. И видишь, у тебя загорелось сразу же. То есть получается, тот чел с первой части пытался связаться, я так понимаю. А почему мы изначально не хотели? То есть получается, блядь, третья будет про челиков, которые остались в замке, блядь? Нет. Ну, чел, если они взяли за основу вот эту каноничную версию плохой концовки, то есть, что в первой части чел остался, да, сначала один? Посмотрим. А? Сначала посмотрим, кто предлагает. Да. Короче, если третья часть будет про то, что типа, ну, что про тех челиков, которые в первой части остался в замке, и сейчас остался в замке, если они за эту основу возьмут концовки, типа плохие, то это вообще пиздец, блядь. Еще раз в замке. Вспомни вот, что мы в Варшипсе в конце дома все равно. Те, кто в замке остался, те, кто. Ну да. Может быть, бля, ну чел, это на самом деле основа, сам фундамент самой идеи прикольный, типа это предательство, типа выбор. Да, я особенно в шахматы играл, я так и... Все то же самое, кстати. Ну типа понял предательство в том плане, типа, ну у тебя есть выбор, либо бежать вместе, вы что-то делаете, либо нет. Просто, знаешь, в чем прикол? Вот если смотреть по факту, превьюшка, вот которую сделали они сейчас, она такая же, как в первом, просто она более детализированная. Помню, да. Ну, ты, видишь, это продолжение истории просто. Бля, мне теперь интересно, что в третьей, нахуй. Мне очень интересно у тебя. Есть третий. У меня нету. Но мне очень интересно, что в третьей, блядь, и в Forever. Ну, по факту, тут прикол, что интересно, за кого играть, за тех двоих, которые сбежали. Но, опять же, а где тот, который убежал? Он вообще... Сейчас, смотри, вот. Вот, четвером Антони. Красный, синий, зеленый и какая-то еще. Вот, синий. Да, вот синий, красный идут, вот они. А вот в той части, интересно, убежал кто? Синий? Давай посмотрим сейчас. О, видишь, смотри, вот почему-то они нас бросили. Почему? Вот в первой части. Мы вот, синий и зеленый остались. Ну, они почему? О, смотри, зеленый, синий, посмотрели назад. Спустя время, их и нас нет. Сколько мы прошли? Да, вот они увидели. Смотри, что за бред? Почему? Зачем они вообще пошли в замок, если они просто... А, их же точно. Да, вот смотри, они, получается, заходят, и с первой части, которую мы играли, видишь, они смотрят и показывают на главную дверь. То есть, вот получается... Убежал. Смотри, синий убежал, вот он говорит... Синий-красный, то есть, получается, нас вот через главную дверь с первой части забрали, помнишь? А, вот синий, вот смотри, кто предложит пойти, вот синий, вот, смотри, вот зеленый не понимает, синий так... Он рад, они оба пошли, да. Типа, видишь, он сказал, он так понимаю, сказал, что вот, видишь, их забрали через главную дверь, погнали по бокам сгоняем, что они открыты. И они пошли, видишь, в другую там... часть замка вообще. Ну прикол, видишь, нам показывают историю за синего почему-то.
Ну, из-за того, тебе за одного, мне за другого показывают. А, тебе за зеленого показывают? Да, у меня же совсем другое вообще все. Понял, тебе одно показывают, мне другое показывают. И мы, получается, блядь, оказались, понял, я в одной части замки, ты в другой, получается, появился. Давай, по факту, их 12, значит, по... Да, они на протяжении всего, типа, ну, сюжета, нужно их нажимать и не перезаходить, короче. Ваш напарник нашел чего? Я вышел уже просто. А давай попробуем просто посмотреть, что за первый... Прям хочешь сейчас посмотреть или потом уже, чтобы интрига была чуть-чуть? Не знаю, я типа, чтобы поинтереснее было, понял, чтобы зайти сразу, чтобы интереснее было. Не знаю, я бы сразу посмотрел. Просто я бы оставил какую-нибудь интригу маленькую, типа для себя лично, чтобы было. Какая там причем? Ну, типа, ну, я же не знаю, как у тебя все выглядело, понял? Ну, бля. Бля, Тагезер, если... Бля, мне интересно, что теперь в Тагезере будет. Очень интересно. Бля, прикиньте, там сюжет. Вот, давай просто пока, если мы пока не... Ты же не смотрел Тагезер еще? Нет, я один. Короче, я думаю, что там, знаешь, какой будет сюжет? Про тех челиков, которые остались в замке, которые пытаются также убежать из него. Они убегают, получается, из него. И нас переносят в Forever. Вот ты что думаешь? Не знаю. Просто я основываюсь на концовках. Бля, ну, можно по превьюшке, по трейлеру. Ну там оранжевый и синий остались. Ну по трейлеру? Нет, вот по превьюшке Тагезера, там оранжевый у них, видишь, оранжевый чел в оранжевом комбинезоне и в синем. Значит, скорее всего, они проникнут. Бля, которые остались, типа они свяжутся друг с другом. Оранжевый и синий, почему оранжевый? Это значит, те, которые убежали. Зеленый же остался. Зеленый и синий остались, а убежали с голубой такой, он был такой светло-синий, такой у него был комбинезон, и оранжевый как раз таки. Ну, там вообще красный был, ну ладно, похуй. Бля, мне очень интересно, что в третьей части, блядь. Очень интересно, нахуй. Бля, интересная игрушка. Хоть, вот это, кстати, прям жестко, да? По головоломкам. Пока что. Да. По сравнению с фрэншипом и с первой частью, это вообще, бля, небо и земля. Ну, просто вот так вот сразу... Ну, чел, мы ебали сколько вообще, бля, мы 6 часов проходили эту игру, вообще 6. И еще плюс мы еще до этого ебались. Очень много. Ох. Вот такая игрушка была, ребят. Верхерту мы ее прошли. На концовку плохую, конечно, но в следующий раз пойдем в следующих сериях, пройдем на хорошую концовку, 100%. Бля, очень интересная игрушка, очень интересная. И, блядь, это моя версия все-таки, это реально. Мне кажется, что следующая часть будет как раз про тех челиков, которые остались в замке, друг с другом связались. Мне так кажется. Потому что нам не просто так показали, что Миша один убежал, один еще опять остался, и с ним связался тот чел, который остался в первой части. Посмотрим, что будет. Спасибо за просмотр, такая серия была. В принципе, все, увидимся в следующих сериях. Давайте.